Ну, зовут меня Юрий, фамилия Горбышев. Вот. Сколько лет вам? 52. Я продукт перестройки. Получилось так, что в 85-м году закончил 10 классов. Попытка поступления в институт оказалась неудачной. Меня призывают в армию. А когда там в 88-м я уже вернулся, это другая страна. То есть как-то уже высшее образование отошло. Тут все зарабатывали денег. И я окунулся в мир бизнеса, там начинали, брал дешевле, продавал дороже, ну как-то такого плана. Вот. В дефолт у меня, ну, в общем-то, серьезно все рухнуло, образовались, ну, серьезные долги, там где-то, ну, 600 тысяч долларов. Вот. На тот момент это было тяжко. Так потихоньку выкрутился. И для себя, как бы, я подумал, все, наверное, бизнес это надо крест ставить. Ну, а работа в найме. Что, высшего образования нет, но в принципе тогда еще как бы на это особо уже не смотрели, поэтому разные там и управляющими это проходил. Главное, что получалось, ну, в принципе, ничего не брезговал, да, жить надо, дочь растет, сложно объяснять, почему у подружки в школе это что-то есть, а у тебя нету. Вот. И там получилась другая ситуация. Просто мне показалось, а что берешь, да, сразу что-то появляется, потом потихоньку отдаешь. За Америка живет в кредит. Пока не получилось, тоже ситуация такая, 6 банков, опять серьезные суммы. И когда начались проблемы, я понял, что с меня никто не слезет. Вот это уже меня подтолкнуло, что надо что-то искать. И пролистывая объявления, я не знал, но таким образом я оказался в компании Тиньши. Хорошо, а на самом, не знаю, таком поворотном моменте, когда вы пришли, вы говорите, вначале даже не понимали, что это сетевой, да? Особо так Я не. даже, ну, как бы вообще, честно говоря, Что мне за потом стали говорить, что это там бизнес? мультилевел маркетинг, что это особая система. И когда так, вы знаете, что произошло? Я понял, что мне его предлагали. Но ввиду того, что я занимался своим бизнесом, я Никто не просто не одобрял. рассматривал это Ясно. серьезно. Что-то там говорили, какие-то вещи, ля-ля-ля-ля-ля-ля, красивые, рисуют большие деньги. Ну, ребят, хорошо. А ты как бизнесмен, ты просто присматриваешь, как я их в свой бизнес могу пристроить? Никак не могу, все, ребят, ладно, спасибо. Спасибо, до свидания. Ну, то, что у них есть ну, сомнения, ну, это нормально, значит, они живые люди. Но с другой стороны, как объяснить вкус халвы, если ты ее не попробуешь? Это сложно. Я могу просто четко сказать, что в этом бизнесе рисков потерять-то ничего нету по сравнению, если начать другой бизнес. Я всегда говорю, ну давай там, ты вот думаешь о бизнесе, да. А сколько вход в этот бизнес стоит? Ну только разрешительные документы, но у некоторых там до полумиллиона рублей, которые надо иметь, который просто надо принести, отдать, и еще пойдет у тебя что-то, не пойдет, неизвестно. Здесь-то вход-то, он, то есть, каждому по силе. Это школа жизни. Я вот просто рекомендую, зайди, попробуй. Ты получишь колоссальное обучение. Колоссальная школа. Мне знаете, что хочется? Вот достичь в Тиньши. Вот купить квартиру с одной выплатой. Вот это хочу сделать. Миллионов там за 6, за 7. Ну, да, разовая такая выплата, чтобы получилось.